Меня зовут Анимеоны, и я являюсь лидером андроидов сопротивления. Это запись о битве, что я испытала, и моих потерях. Я оставляю это здесь, как предостережение для себя. Живые машины напали на землю. Они были слишком близки, и мы не могли стоять сложа руки. Я чуяла едкий запах и знала, что некоторые мои волосы были подпылены. Нормально все со звуком? Анимеоны, но пока что отступаем. Это приказ. Это мой капитан, Роза. Ей подчиняюсь, не задумываясь. Убежав с фронта и вынесев нескольких врагов, что были вблизи, из-под ног прямо летела пыль. Я прыгнула в спешно построенные окопы, где мои товарищи сопротивления собрались. Сколько битв было до сих пор? Те же самые виды и звуки. Та же борьба на истощение. Мои силы сопротивления были принуждены играть в ту же войну на повторе, без видимого конца. Я даже не помню, за что мы сражаемся, однако я должна продолжать, несмотря ни на что. Я должна продолжать до тех пор, пока одна сторона или другая не умрет. Все выглядит очень плохо. Чего? Что же нам делать? Спокойся, Лили. Мы найдем какую-нибудь брешь как-нибудь. Брешь не нужно искать. Ее нужно сделать. Дайла, подожди. Я схватила руку Дайлы, прежде чем она смогла убежать из окоп. И повернулась в сторону Роуз. Она привела нас тут, в конце концов. У нее должен быть какой-то план. Однако в то время, как орда противников становилась все ближе, Роз просто смотрела искоса вдали. Были изменения в вражеском передвижении, она наконец-то сказала. Кто-то вон там начал сражаться. Но это невозможно, заикнулась Маргарита. Мы все тут. Маргарита права. Только 9 нас. Нас только 9 остались способными сражаться с этими машинами. Капитан Роуз, Габриэла. Нет, Габриэла. Капитан Роуз, Гербера, Лили, Соня, Эрика, Маргарита, Сион и Дайла. Дайла. Илья, Анимеона. Мы, это все, что осталось от 8-х десантных сил. Та, которая проходила примерно 200 лет назад. Да, действительно, у них имена у всех как у цветов, кстати говоря. Отсылка на Дракенгард? Возможно. Тревожно. Соня приблизилась ближе к Сион и жевала свои пряди волос. «Мне это не нравится», — сказала она. «А что, если это какая-то ловушка машин?» Я подождала некоторое время. Сердце бешено колотилось до тех пор, пока я не услышала.
пока я не услышала, что вражеский огонь уменьшился. «Хорошо», — сказала я. «Похоже, это наш шанс. Отступаем!» «Кто-то там сражается, анимёны!» — крикнула Дайва. «Мы не можем их бросить!» «О, так ты хочешь рискнуть жизнями всех из нас ради каких-то незнакомцев?» «Да ладно! Мы даже не знаем, если эти загадочные бойцы на нашей стороне или нет!» «Да это не то, что я хотел сказать!» «Хватит, вы двое!» рявкнула Шион. Капитан приняла свое последнее решение касательно этого дела. После того, что сказала Шион, мы все повернулись в сторону капитана Розы. Она смотрела нам всем в глаза и кивнула медленно перед тем, как начала говорить. «Гербера, враг направляется в сторону взрывчатки, что мы установили ранее, да?» Гербера задумалась на мгновение. «Теперь, когда ты упомянула это, да, действительно. Небольшая улыбка появилась на лице Роуз. Но она казалась еще очень сдержанной. «Хорошо. Тогда, если все пройдет хорошо, мы сможем вынести их всех. Я хочу, чтобы вы все покинули эти окопы и добрались до тех взрывчатках», — сказала Роуз. «Ну, пусть взрыв вынесет большинство из них, а остальных мы сами зачистим. Идентификация наших загадочных бойцов может подождать, пока мы не закончим». Ни у кого не было возражений к решению капитана. И в тот момент, когда она дала приказ, мы все выпрыгнули из окоп, как единое целое. И снова вошли в столкновение. Когда мы достигли битвы, мы узнали, что случилось с другой... Когда мы достигли битвы, мы узнали, кто эти другие андроиды. Эти андроиды были одеты в странную черную одежду. Перед тем, как они даже поняли, что случилось, мы детонировали взрывчатку, убив оставшихся машин, и повернули свои оружия в их направлении. «Хорошо», — я сказала незнакомцам. «Начинайте говорить». «Полегче», — сказал один из этих таинственных андроидов. «Мы на вашей стороне. Мы новые модели, что были развернуты как часть чего-то под названием проект Йороха. «Правда?» — сказала я. «Мы ничего не слышали насчет новых моделей. Возможно, я это сказала слишком... большой угрозой, чем необходимо. Но я должна была удостовериться в том, что они действительно на нашей стороне. Я не думаю, что они лгут.
нет необходимости. Однако я не могу прочесть их выражение благодарности из-за этих гигантских очков, что они носят. И, честно говоря, немного осторожности никогда не помешает бы среди войны. Извиняюсь, меня отвлекли. Продолжаем. Мы узнали, что эти 4 андроида относятся друг к другу как номер 2, номер 4, номер 16, номер 21. Они также не спешат поделиться большей информацией. «Наша миссия совершенно секретна», — сказала одна из них. «Вот почему вы ничего не слышали о нас еще». Я медленно потянулась к моему ножу в попытке оценить их реакцию. «Так значит, другими словами, никто не узнает, если я вас убью прямо тут и сейчас?» «Остынь!» «Или нет?» «Отставить, анимеоны!» — тихо сказала Роуз. «Нет!» — крикнула Лили. «Она права! Мы все видели, как быстро враг эволюционирует. Кто может подтвердить, что эти четверо не являются машинами, которые просто выглядят как люди?» Мои товарищи кивнули в знак согласия. Эта чертова война заставила нас всех быть подозрительными. Один из незнакомцев, номер 16, мне кажется, вытащила длинный нож из ножен. «Вы хотите битвы?» — сказала она. «Тогда я с радостью дам ее вам». Перед тем, как я смогла ответить, Дайла выпрыгнула впереди меня со своим оружием наготове. «Это оно!» «Нет, это оно!» «Мы сейчас начнем сражаться!» Но до того, как битва началась, андроид, которого зовут номер 2, сделал шаг вперед. «Постойте!» — сказала она. «Нас должны было быть 16, сказала номер 2. «Однако остальные умерли во время десантирования. Мы изолированы и одиноки тут. Подкрепление не прибудет. А это означает, что нам придется сражаться на этой миссии с теми солдатами, которые остались. Нам не нужно больше врагов в данный момент. То, что нам нужно, это союзники». Она заканчивает эту речь с мягким вздохом, как будто пытаясь и не сумев удержать свои эмоции в узде. Я знаю подобный голос. Это голос того, у кого все еще есть надежда, несмотря на все странности. Ну, собственно, вот первая часть. Я надеюсь, всем все понятно теперь. Все это велось от лица анимеона.
рассказ. И, ну, я не знаю. Как бы лучше переводить уже, не знаю, если возможно. Да, это пересказ постановки. Который, кстати, можно посмотреть на японском. А, нет, там есть английские титры. Правда, они не до конца сделаны, но важно. Правда, лучше ее не смотреть, а вот прочесть вот это, потому что это просто фейспалм. Концентрат. Тут игра очень офигенная, очень много геймплея и так далее, голых задниц и все, как все любят. Однако тут есть и сюжет, и мы сейчас смотрим, скажем так, точнее, читаем предысторию, которая не обязательно, но если ты ее будешь знать, будет лучше. Все, ввел в курс дела, можно идти дальше. Ну что ж, погнали дальше. Вторая часть. Исходя из слов отряда Йороха, вражеский сервер находится за горой Каала. Если нам удастся уничтожить ее, возможно, мы наконец-то сможем обрести кое-какую почву в этой бесконечной войне. Однако, для того, чтобы это произошло, нам нужно работать вместе. После недолгих раздумий, Роуз решила броситься на это дело с новыми моделями. Это отношения, что со временем изменились. Чем ты занимаешься, Дейла? Просто... показывай этой дуре, насколько она слаба, отвечает запыхавшийся Дайла. Ха! Хрипнула ее противник. Номер 16. Ты явно побеждена. Эти двое по очереди бьют друг друга. Учитывая, как все идет, все кажется довольно дружелюбно. Плюс они занимаются этим уже такое длительное время, что они обе уже истощены. И как будто они не смогут ударить в клочок бумаги, чтобы рука прошла через него. Остальная группа наблюдала за сражающимися и старались не ухмыльнуться. Дайла и номер 16, кажется, начали бить друг друга по морде из-за каких-то мелочей. Может быть, это потому, что они настолько похожи? Это почти даже раздражает, как быстро такие твердолопы, как они, научились любить друг друга. Хотя в данном контексте, наверное, будет, как они научились, ну, типа, уважать немного друг друга, сдружились. Остальные из нас общались в то время, как Дайла и 16-я продолжали спарринг. «Мы зовем друг друга по именам, что я дала нам», — объяснила Роза. «Понятно», — ответила номер 4.
Я подумала что-то странное, что вы не используете кодовые цифры. Она кивнула в то время, как говорила. И все это обретало для нее идеальный смысл, скажем так. Внезапно капитан Роуз с широкой улыбкой сказала: «Вы знаете что? Я думаю, что нам стоит вам всем дать также имена». «Нет», — сказала номер вторая. «Это будет впустую». Глаза Роуз насторожились. Впустую? Ты можешь дать мне имя тогда, когда миссия закончится. Она ответила, в то время как румянец появлялся на ее щеке. Можно было сказать с точностью, или я могла сказать с точностью, что ее слова тоже служили в качестве желания добиться успеха. «Хорошо», — ответила Роуз. «Я подумаю об именах. Нет, я подумаю о имени, которое можно будет дать тебе тогда до тех пор». Она знает, что это мимолетное обещание, как и большинство других вещей. Однако это не имеет значения. Я уже вижу, как мы стали ближе с отрядами Ороха. Ну, по крайней мере, мои друзья стали немного ближе к ним. Вы все неосторожны. Заявила я гораздо громче, чем я собирался это сделать. К счастью, остальные то ли не услышали, то ли решили проигнорировать это. Не поймите меня неправильно. Я не собираюсь идти против суждения капитана. Но это не означает, что я готова просто сидеть. Нет, просто взять и начать доверять этим нашим новым друзьям. Мы существуем тут в одиночестве. Нас давным-давно, или от нас давным-давно отказались те, кто находится на Луне. Независимо от того, сколько мы кричали, плакали изо всех сил, голоса наших ушедших товарищей так и остались без ответов. Поэтому как можно поверить целому отряду новых моделей, которые вы только что встретили? Что случилось, анимёны? Я услышала, как Лили позвала меня. Она как будто была обеспокоена тем фактом, что я держусь подальше от остальной группы. «Да ничего!» Я начала. Прежде чем я смогла закончить свою мысль, Лили вдруг открывает рот и испускает ужасные крики. Крики Лили разносились эхо по всему лагерю. Это было душераздирающе. Это агония. Это ужасно.
«Она инфицирована!» — крикнула Роуз. «Лили! Инфицирована!» Мы все вытащили оружие инстинктивно. Настолько быстро, насколько возможно. И поставили их в сторону нашего товарища. В то время, как она продолжала кричать и кричать и кричать. Мы все знали, что происходит. Мы видели это уже раньше. Это логический вирус. Оружие машин, что взламывает систему андроида и перезаписывает их данные. И поскольку нету никакого лечения от этого, никакого способа излечиться от этого, это также является приговором к смерти или смертным приговором. Мне нужно показать ей милосердие и быть милосердным. Мне нужно освободить ее. Мой палец лег на спусковой крючок, но я не решалась. И перед тем, как я смогла сделать окончательное, судьбоносное решение, я услышал голос позади себя. «Стой! Ты не можешь этого сделать! Ты не можешь просто взять и позволить своему другу умереть!» Это номер 21. Девушка, которая, я думал, что является холодной и спокойной. И теперь она умоляет меня пощадить Лили. Что ж мне делать? Нет. Что я делаю? Что, черт возьми, я делаю? Лили сказала, что ты для нее как семья. Ты не можешь бросить свою семью. Не перед тем, как ты попробуешь все возможности. Что ты можешь сделать? Я использую свои силы для того, чтобы стереть вирус. Это невозможно. Роуз выплюнула то, что мы все думали. Однако перед тем, как мы смогли действовать, Лили начала отправлять своих ближайших товарищей в воздух с просто невероятной силой. Я видела инфицированных андроидов и раньше. Я знаю, сколько вреда они могут принести, как только вирус выключит все их пределы. Они будут сражаться и сражаться до тех пор, пока не уничтожатся, по сути. Дайлай, номер 16-я. Бросились в драку, пытаясь подавить своего бывшего друга. Однако она отмахнулась от них, как от мух. Сколько из нас были инфицированы? Сколько их друзей мне пришлось усыпить, убить до сих пор. Сердце, которое у меня не должно было быть,
сжалась от этих мыслей. Сжалась в то время, как я начал вспоминать идентификационные номера тех, которых больше нету. Когда я начала давать им имена, когда я решила, что я просто не могу этого вынести. Инициализация последовательности перепрограммирования. Этот голос, номер 21, она крикнула что-то о перепрограммировании. Я не знаю, что делать. Я потерялась. В то время как мое зрение медленно становится яснее, я вижу номер 21, что вводит какие-то команды в ее терминале, в то время как номер 2 и номер 4 держат ее. Держит ее в то время, как она извивается. Роуз смотрела на меня с удивлением. О, нет. Я держу Лили тоже. Ну что ж. Дальше осталась третья часть. Так, как мы видим, в двух словах, что у нас было до сих пор, если очень кратко. Собственно, мы увидели, как узнали про отряд сопротивления, который находится тут примерно 200 лет, по их словам, который сражается с этими машинами, и конца всем этим сражениям не видно. И как они встретились впервые, скажем так, с Юроха, и, скорее всего, это первый отряд Юроха, как я понял, из которых очень многие умерли при десантировании, однако вот эти четверо остались. Они, собственно, сдружились, командование там сверху, походу, на них наплюнуло, по сути. И они как-то пытались тут свои миссии выполнить, объединившись с сопротивлением. Ну и, собственно, в один прекрасный момент Лили оказалась заражена этим вирусом, этим оружием со стороны машин, которые они, скорее всего, разработали со временем. И могут как-то подавить андроидов. Но, к счастью, номер 21, она пытается как-то его стереть для того, чтобы было все хорошо. Вот. Насчет номера 21, стоит сказать, что у 21 есть особые способности для нейтрализации вируса. Как бы она, по сути, является, скажем так, моделью андроидов, которые специализируются на этих, на хаках и так далее. Судя по дополнительной информации, которая у меня тут есть рядом. Это из самой постановки, из пересказа там небольшого. Половинчик. У меня есть вот только тут небольшое описание как раз этих событий. Очень поверхностное, но как минимум тут пишется, что у номер 21 есть эти способности нейтрализации вируса. То есть она является, скорее всего, хакером и так далее. Поэтому она, собственно, и смогла это сделать. Возможно, где-то в менюшке есть, надо будет потом копаться. Но для начала нужно прочесть последнюю, третью часть и пойдем дальше по сюжету.
Подождите секунду, сейчас. Так, извиняюсь, ребят, я выпил воды немного. Готовюсь дальше. Так. Ну что ж, погнали. Четырнадцатая война машин. Перл-Харбор. Десантура. Имя этой миссии возложено на солдат Йороха. Была ли когда-нибудь такая же яростная перестрелка? Такая бомбардировка, которая продолжалась без паузы. Наша цель — это сервер машин под горе Каал. И наша ситуация ужасна. Нам нужно подкрепление. Нам нужно подкрепление! Запрашиваю подкрепление немедленно! Номер вторая быстро сказала это и спокойно, что являлось еще более удивительным, учитывая, что вражеская армия приближалась к нашим позициям. Однако командный центр на орбите спутника информировал о нас, что подкрепление не поступит. Нас бросили. Мы одни. Легко всем этим заниматься оттуда, со спутника, с Луны. Я сделаю все, что необходимо, сказала Лилия. С мрачной улыбкой.
Дайла и Маргарита быстро кивнули в знак согласия. Как и номер 16. Они решили присоединиться как это на русском правильно? Аригардо, по-моему. И остаться позади, чтобы быть нашим щитом. Даже если это будет стоить их жизни, несмотря ни на что, они согласились без колебаний. Мы в авангарде присоединимся к их смертям довольно скоро тоже. Без других слов, мы повернулись спинами друг к другу и встали на свои положения. Мы знали, что это конец. Да, а те, кто не знает, это аригарды, это те, кто с тыла, сзади. А авангарды — это те, кто спереди. Дайла и все остальные выиграют нам немного времени для того, чтобы достичь врат на пике Кайла. Затем лежит лифт. И затем находится лифт. И потом затем находится сервер. Если нам удастся его уничтожить, мы нанесем сокрушительный удар по живым машинам на всей территории Тихоокеанского региона. Но когда я заметила, что номер 21 хмурится у лифта, у меня было плохое предчувствие. И на последней стадии нашей миссии «Иди», — сказала она, — «я возьму это». Мы толпой сбежали в лифт, в то время как она хакала терминал. А ей не нужно было говорить нам, что происходит. Было очевидно, что лифт не спустится вниз к серверу, по крайней мере, если кто-то не останется тут для того, чтобы контролировать у контрольной панели. Враги приближаются. Они почти достигли нас. В то время, когда я это сказала, я неосознанно выпрыгнула из лифта и встала на позицию рядом с номером 21. Как будто мое тело не подчинялось мне. Что-то не так. Что-то. «Я прикрою номер 21!» — крикнула я. «А вы все остальные разберитесь с сервером!» Двери закрывались. Двери лифта закрывались. И по другую сторону находились мои друзья. Последнее, что я видела на лице моего капитана Роуз, то, что она выглядела обеспокоенной. А потом двери закрылись, и ее больше было не видать. Так, собственно, все спустились вниз. 21-я и Анимеона, потому что по идее рассказ идет от ее стороны.
с ее стороны. Остались возле лифта. 21. Окей. Это был последний раз, когда я видела их. Но все нормально. Я закончу их. Закончу все это. Так или иначе. Единственные звуки, которые мы слышали, это взрывы вдалеке. Скрежет дыхание номер 21. Спасибо, шепнула она, за то, что осталась со мной. Я взглянула в ее глаза. И увидела признаки красного логического вируса. Нет, я увидела признаки инфекции красного логического вируса. Или увидела красные признаки инфекции логического вируса. Блин. Я была права в конце концов. Я тихо вздохнула в тот момент, когда я достала свое оружие. Я видела инфицированных товарищей и раньше. Вот почему я не могла оставить ее умереть в одиночку. Вакцина, что она дала Лили, уже неэффективна. Враг эволюционировал. Они изучили образцы номера 21 и разработали новое сопротивление. Никто не может ее спасти теперь. Когда лифт достигнет сервера, номер 21 начала потихоньку сходить с ума. Тогда я упокою тебя с миром, ответила я. Лифт спустился еще ниже, создав обратный отчет жизни номера 21. Сколько времени прошло? Сколько времени еще осталось? Слишком много, чтобы ждать. И все же недостаточно долго, чтобы сожалеть. Большой взрыв, или мощный взрыв, эхом раздался на расстоянии. И холл медленно трясло. Это заключительный акт Лили и всех остальных в Оригарде. Ребята, у вас совести нет. Она просто... Нет. Они просто перегрузили свои собственные термоядерные реакторы. Звуки гибели наших товарищей медленно исчезали из наших ушей. И как это произошло и достигло номера 21, она медленно сняла свои очки. Я рада, что смогла встретиться с тобой, сказала она.
ее глаза. Такие красные. Но не полностью. Там все еще немного. Ее осталось. Немного ее осталось. И с этим. Не беспокойся, сказала я. Скоро я буду с тобой. Она улыбнулась в то время, как ее слова дошли до ее ушей. И вскоре, когда лифт достиг низа, я выстрелил на пулю в мозги номера 21. Я наблюдала за тем, как она упала на земле. Я уставилась на оружие, что я держала в дрожащих руках. Прижимая его к моему виску. Это закончит все. Война. Войну. Бессмысленную. Мое бессмысленное существование. Все это. Это все наконец-то закончится. Непростительно. 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 Твои товарищи пожертвовали собою и сражались до последнего вздоха. Они страдали. Они печалились. Им было больно. Им было ужасно. И все же, ты сейчас сдашься? Непростительно. Голос проклятия поля битвы, что рассказывает тем, кто выжили, увидеть свою истинную миссию, свою миссию, несмотря ни на что. Это была другая я, что кричала. Я кричала, находясь на верхней части, и все это раздалось вниз во всех холлах. Я покажу тебе. Если ты меня подтолкнешь, я покажу тебе. Ты только будешь удовлетворена, если это закончится с еще большими убийствами. Я прыгнула в бой с оружием в обеих руках. А вот и я. А вот и я! Убейте меня! В то время, когда я кричала, внезапно поднялся взрыв, и сметая все прочь. Нежный ветерок прикасался к моей щеке. Я чувствовала огонь. Я чувствовала пепел. Взрыв серверный был достаточно силен для того, чтобы вынести большую часть горы Каал. И превратить ее в дымящий кратер. Машины немедленно же упали на земле и перестали двигаться.
Да, стратеги. Наконец-то понял. Я смотрела на выжженную землю. Лили. Номер 16. Роуз. Номер 2. Неужели... Нет. Кто-нибудь из вас? Я единственная, кто осталась. Только я. Я была жива, потому что я боялась умереть. Я начала хихикать. Это безумное, это нечто безумное. Сумасшедшее. Даже для моих собственных ушей. Я присоединюсь к вам вскоре. Ты обещала присоединиться к ней скоро. Как? Я могла сказать такие тщеславные, смешные слова. Такую ложь. Я рассмеялась. Я стояла посреди дыма и огня. И смеялась. До тех пор, пока мое горло не сорвалось на две части, не оторвалось на две части. Я мигнула. Этот дневной свет дрейфовал сквозь дым. Я стояла тут всю ночь. Мой смех наконец-то истощился. Я рухнула на ноги. Точнее, рухнул на колени. Я трусиха, которая осталась позади. Трусиха, которая выжила. Теперь моя работа состоит в том, чтобы нести волю тех, кто сражались рядом со мной. Поскольку я не могу убить себя, я должна сражаться. До тех пор, пока кто-нибудь это не сделает для меня. Я перенесу все трудности. Я убью каждую машину, что я найду. Это мой крест, что я буду нести. Я медленно начала идти на запад, таща за собой свое разбитое тело. Вот такие вот дела. Ну, думаю, теперь все всем понятно. И, собственно, мы узнали про события, которые были очень-очень давно до того, как началась сама игра. Хорошо, что они это впихнули. Если честно, я думал, что они это не впихнут в игру, а придется искать это где-то отдельно, смотреть эту постановку. Но, к счастью, все тут есть и описано довольно детально, и все понятно. Однако, смотрите, последний кусок какой-то странный. Потому что она говорит, что типа пойдет, убьет каждую машину и так далее. Такое чувство, что это говорит А2. Но, блин, мы же за анимеон смотрели. И, кстати, да, вот кусочек насчет... как вышла А2 и так далее. Это очень странно.
Ну окей. Возможно, это нам дальше раскроет. Скорее всего, это какой-то спойлер. Ну, ладно. Дальше будет сюжет. Посмотрим, что там дальше будет. Теперь надо сохраниться и тут остановиться немного.